Когда я впервые побывал в прекрасном районе Фанера, я влюбился в него всем сердцем. Это очень классный район. Никогда не видел, чтобы асфальт клали прямо в лужи. В этом есть что-то невероятное, очевидно. Очевидно, что этот город шагает в ногу со временем, понимаете? От души поздравляю всех череповчан с замечательным праздником, с юбилеем. Я так обрадовалась строительству второго моста через Шексну. Держу кулачки, чтобы поскорее построили. Извините, что не приехала с концертом в этом году. Ждите в следующем. Когда я с деловым визитом посетил металлургический завод, мне показалось, что там работает очень много афроамериканцев. Потом мне объяснили, что это все-таки, что этот загар легко смывается соляркой, и мне стало как-то не по себе. Череповец должен стать столицей, мы так думаем с Оксимироном, йоу! Мне трудно было поверить своим глазам, но я такого никогда не видел, эти череповецкие закаты. Каждый раз, когда я вижу, наворачивается скупая мужская слеза. 4-5 раз я посещал Аче, и знаете, мне очень понравилось. Я раньше постоянно плавал на дачу на седьмом причале, на галоше, и это было чертовски здорово. Очень, очень круто. И я думаю, надо вернуть этот водный транспорт, чтобы можно было возить всю свою рассаду на свежем воздухе, любуясь набережной Ягорбы. Здорово, что этот прекрасный город возглавили женщины. Мы, сестры Вачовски, боремся за права женщин и своим примером мы показываем миру, что пол не имеет значения в достижении великой цели. От души всем рэперам Череповца, йоу, большой респект. Вы большие молодцы, ребята. Двигайтесь, развивайтесь, и у вас наверняка получится что-нибудь годное. Но не в этом столетии, йоу. Желаю всем вам здоровья, счастья, мирной и радостной жизни.